масло на березовых листьях. Его готовят следующим образом. Весной или в начале лета собирают молодые березовые листья ярко-зеленого цвета, промывают, обсушивают, помещают в стеклянную банку и заливают маслом так, чтобы они полностью были закрыты маслом. Масло используют оливковое или сладкого миндаля. Ну, в случае чего можно и рафинированное подсолнечное использовать. Банку накрывают салфеткой и закрепляют резинкой. Настаивают в теплом месте, даже на солнце, в течение месяца. Рекомендуется регулярно перемешивать чистой деревянной ложечкой или палочкой из той же березы. Готовый масляной экстракт перелить в чистую сухую бутылку из темного стекла, плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном темном месте. Состав. Березовое масло, получаемое из листьев, богато такими элементами. Смолы, никотиновая кислота, аскорбиновая кислота, флавоноиды, каротин, различные сапонины, дубильные вещества. Свойства. Антисептическое, кровеочистительное, мочегонное, вяжущее, тонизирующее, желчегонное, дезинфицирующее. Применение. Масло березы считается одним из эффективных средств лечения кожных заболеваний. Оно успокаивает нервную систему, улучшает самочувствие и поднимает настроение. Настроение. Это очень хорошо. Масло из березовых листьев используют для растирания при мышечных болях, болях в мышцах, при ревматизме, экземе, псориазе, а также для массажа от целлюлита. Внимание! Масло березы может спровоцировать раздражение чувствительной кожи. Применять крайне осторожно. Форштейн. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.